Певица Натальи Подольской есть близняшка Юлианна, которая младше своей звездной сестры на 2 минуты. Юлианна живет в США, но, несмотря на километры, девчонки очень близки. Даже своими первенцами сестры забеременели почти одновременно, с разницей в 1 месяц. Юлианна также принимала участие в карьере сестры, работая ее концертным директором. Хантер Йоханссон младше Скарлетт на 3 минуты. В 12 лет Хантер вместе с сестрой снялся в комедии «Воришки», но на этом его кинокарьера закончилась, парень предпочел заниматься политикой. То, что у артиста и телеведущего Игоря Верняка есть брат Вадим, не секрет. Но немногие знают, что парни – двойняшки. Как и брат, Вадим Верник связал свою карьеру с телевидением. Также Вадим руководит журналом «ОК». У лысого и накачанного Вина Дизеля есть кудрявый и субтильный брат-близнец Пол Винсент, который под девичьей фамилией матери работает киномонтажером. Двойняшка актера Эштона Кучера Майкл родился с детским церебральным параличом, а в 13 лет перенес операцию по пересадке сердца. Став взрослым, Майкл, несмотря на болезни, достиг не меньших высот, чем его знаменитый брат, только в другой области. Он юрист, который занимается делами детей с ДЦП и регулярно выступает в Конгрессе США, продвигая новые медицинские исследования по изучению и предотвращению этой болезни. Патрисия родилась на 5 минут раньше, но в итоге Жизель обошла свою двойняшку в модельном бизнесе, где Патрисия пробовала силы в юности. Но между сестрами нет никакой конкуренции. Спасибо за то, что на тебя всегда можно положиться с первого дня нашей жизни. Я тебя очень сильно люблю. Так Бундхен поздравила свою старшую сестру с их общим 35-летием. Двойняшки Ева и Джой Грин родились в Париже с разницей в 2 минуты, актриса старше своей сестры. Ева не скрывает того факта, что у нее есть двойняшка, но никакую личную информацию о родственнице у звезды не выпытать. Джой работает адвокатом, и внимание прессы к ее персоне совсем ни к чему. Легендарный музыкант тоже из двойни, но его близнец Джесс Гарон умер вскоре после рождения. Фото Getty Images, Instagram.